До 3 лет за решеткой может провести водитель, который не остановился на красной. Прокуратура утвердила обвинение. Летом прошлого года владелец «Вольво» ехал по проспекту Ветеранов. На перекрестке с улицы Летчика Пилютова, вероятно, решил проскочить, хотя уже загорелся красный. В это время встречная машина пыталась повернуть налево. Был сильный удар, после которого гонщик проехал несколько метров и оказался на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль обвиняемого изменил траекторию движения. Выехал на тротуар и сбил 62-летнюю женщину, которая получила тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.